Друзья, всем привет! Сегодня с вами будем делать классную самоделку из профильной трубы 80 на 80 миллиметров. Также нам понадобятся обрезки профильной трубы 20 на 20 миллиметров. Самоделка довольно-таки простая, изготавливается она тоже быстро, но в то же время, я думаю, будет для многих очень полезна. Недавно с товарищами ездили на рыбалку, ну и как всегда подошло время приготовить что-нибудь покушать. Вот именно там я и увидел так называемую печь-ракету. Готовить на ней одно удовольствие, поэтому сегодня мы попробуем с вами сделать такую же печь и посмотрим, что у нас из этого получится. Всем приятного просмотра!
Итак, друзья, вот такая у нас печь-ракета с вами получилась. Делается довольно-таки легко, материала самый минимум нужен. Ну и сейчас хотелось бы остановиться на размерах данной печи. Итак, длина нижней трубы 350 миллиметров. Вот эта верхняя труба 400 миллиметров. И вот эта боковая труба получается 300 миллиметров. Так, ну и здесь я сделал тоже трубку, приварил. Можно было арматуру приварить. Здесь, в принципе, длина не так важна. У меня в данном случае 13 сантиметров. Ну и также сделал решетку. Длина ее 200 миллиметров. Вот такая решетка у нас с вами получилась. Так, ножки 300 миллиметров. Вот эти передние. Получается по 200 миллиметров. Ну и пару слов хотелось бы сказать, чтобы я еще улучшил в данной печи. Ножки можно сделать складные, то есть приварить два болта снизу, прикрепить одну трубу, вторую, то есть ножки будут задвигаться под печь. Тогда печь будет занимать еще намного меньше места, то есть вы можете ее спокойно положить лежа. Ножки будут сложены. Ну а так, в принципе, все размеры я вам сказал, работает на отлично, тяга хорошая. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!